Ну, получилось два разных тайма, к сожалению. Первый провальный тайм. Второй, в принципе, провели хороший тайм. Но опять же, наша давняя болезнь – это реализация моментов, которые мы имеем, которые мы должны создавать еще больше, в принципе. Вот. И значит, что-то где-то по-любому любое поражение – это тренерское поражение. Так что, видимо, я где-то не достучался. Что-то неправильно объяснил, не донес, не снимая себя вины за это поражение. Вопрос от еженедельника игрок. Как оцените выход в старте и действия в этом матче нашего новичка Земского? Ну, в принципе, я говорю, любому человеку, который приходит только в команду, очень тяжело сразу так влиться. Для себя он провел нормальный матч. Вот. Здесь молодец, старался, здесь претензий нету к нему. А так что я говорю, ну тяжело входить, когда ты вот только новый человек в коллективе. Старался, и у меня к нему нет претензий никаких.